Глава 4 книги притчей Соломоновых. Слушайте, дети, наставления отца, и внимайте, чтобы научиться разуму. Потому что я преподал вам доброе учение, не оставляйте заповеди моей. Ибо я был сыну отца моего, нежно любимый и единственный у матери моей. И он учил меня и говорил мне, да удержит сердце твое слова мои. Храни заповеди мои и живи. Приобретай мудрость, приобретай разум, не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих. Не оставляй ее, и она будет охранять тебя. Люби ее, и она будет оберегать тебя. Главное — мудрость. Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя. Она прославит тебя, если ты прилепишься к ней. Возложит на голову твою прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец. Слушай, сын мой, и прими слова мои, и умножится тебе лета жизни. Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям прямым. Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой, и когда побежишь, не споткнешься. Крепко держись наставления, не оставляй, храни его, потому что оно — жизнь твоя. Не вступай на стезю нечестивых и не ходи по пути злых. Оставь его, не ходи по нему, уклонись от него и пройди мимо, потому что они не заснут, если не сделают зла. Пропадет сон у них, если они не доведут кого до падения, ибо они едят хлеб беззакония и пьют вино хищения. Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Путь же беззаконных, как тьма, они не знают, обо что споткнуться. Сын мой, словам моим внимай, и к речам моим преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они — жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Отвергни от себя лживость уст, и лукавство языка удали от себя. Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направлены будут прямо пред тобою. Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево. Удали ногу твою от зла.